Смола, южное растение. И вот сегодня 4 декабря. Вижу, как цветет мушмула, и даже насекомые ее продолжают опылять. И покажу весь куст. У меня растет мушмула, но как комнатное растение, пока не решаюсь отправлять его в открытый грунт. Вот эти соцветия уже отцвели. И сейчас покажу весь куст. Высота его где-то 2,5 метра. Роскошное растение. Листья такие же, как у той мушмулы, которая растет у меня дома. И вот он, декабрь. Никак не влияет на развитие мушмулы. Сажайте красивое растение.